у нас полный бардак и разболтанность в кадрах. Надо сделать так, чтобы кадры, их движения были под контролем. А не то, что да, я бросил, я пойду, там мне что-то заплатят, я буду в шоколаде. Ты образование получил за государственный счет, будь добр, работай. Да, надо какое-то перемещение. В свое время у нас так и было. Все, в райком партии согласовал там и пошел. Так и у вас. Все руководители должны с его представления, с его назначаться руководители тобой, твоего уровня, я уже с тобой на эту тему говорил, а он должен своих специалистов, подчиненных, также согласовывать прием увольнения. Вот, решил, уволился, езжай, пожалуйста, работай. Но должно быть под контролем. Это не крепостное право. Но если мы хотим сохранить себя, спасти себя, это вопрос безопасности, это вопрос национальных интересов, это вопрос независимости. Кадры решают все.